И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Far Cry номер 2. Какая-то там у нас уже 27-я серия, да? Ну, в традициях игр Far Cry, начиная со второй. Как дела, брат? С оружием нельзя, оставь его у меня. Игры длинные. Так, оставим оружие у нашего брата. Это же брат наш. Так, это у нас, по-моему, кто такие? Офот или СНС? ARP, наверное, все-таки это СНС. Здоров. Парень, который работает на всех, пора положить этому конец. Так. Знаешь, такое положение Сафо существует уже давно. Все к нему привыкли, все понимают. Но я умею видеть сокрытое, так сказал важный человек, сам майор Тамбоса. Сейчас СНС сильнее, чем когда-либо, благодаря тебе, мой друг. Провернем настоящее дело, уничтожим Афот на севере раз и навсегда. Одно движение, один вождь. Понимаешь, о чем я? Я хочу, чтобы Гакумба умер. Гакумба? Ты лучше всех подходишь. Он в своей лачуге, но тобой молится. Думает, это тайное укрытие, но я знаю путь туда. Надо подняться по реке до водопада Гока. Гакумба, это, наверное... Вернешься, и мы выпьем. Вот. Глава Офота, да? Еще. Это очень богатая страна, и скоро она станет нашей страной. Ну, давай. Сколько платишь за Гакубу? 20 алмазов всего лишь. Че сказал, выпустить его? Фига себе, могли бы и не выпустить, что ли. Волки, черножоп, черномаз, черноволосые. Что у них там за бар, мужчин, есть, ни разу не заходил. Свиные какие-то, отбивные. Здорово, брат. Оружие вернешь? Так странно, что никто не звонит, смотри. Так, значит, Гакумба, да? А, это, по-моему, форт, да, если я не ошибаюсь? О, так мы... Там бывали. Слушай, мы можем поехать неплохо так на автобасе. Автобасы у нас, по-моему, с той стороны. Или... А, он с той стороны, они, по-моему, у нас. Не помню точно. А, да, он там. Показалось, что там на крыше какой-то это типа чемоданчик. Странно, конечно, что не звонит никто из напарников, типа, ну, чтобы этот, по альтернативной ветке пройти этот квест. Ну, наверное, нет альтернативной ветки. Так, нам надо, значит, на северо-восток. Да, это сюда. Да, и вот в этом месте, по-моему, как раз-таки и существует этот самый форт. Так, и что мы имеем? А, нет, это Гока Фэлс, оказывается. Это не форт. Ну, и да надо, ладно, нашим легче тогда. Гока, значит, Фэлс. Едем мимо всей этой братьи, потому что влезать в лишние проблемы нам ни к чему. Показалось, что с нами едет кто-то. Я, кстати, не проверил оружие, патроны, но думаю, что нам хватит. На убийство одного челубея. Так, ладно, поехали по дороге. Получается, едем мимо форта. Так, надеюсь, здесь никого не будет. Да, это наш. Наша хижина. Блин, вот давно не играл, уже сижу и туплю, короче.
отвык от летсплеев. Был в командировке где-то около недели, поэтому не было возможности поиграть. Позаписывать. А где у нас патроны рядом с хижиной? А, вот оно все, смотри. Так, ну да, патронов, видимо, не хватало. Так, здесь полное. А, вот чего у нас не хватало. Взрывчатых веществ. Но взрывчатых веществ, к сожалению, здесь нет у нас. Аптечки вроде в норме. О, может, на велике поедем? Пацаны, может, не надо? Уехали, да? Засали, чё? Понятно же дело. Вот этот бы тоже впереди нам объехать, блокпост, ибо нахрен нужен только на него тратить время и патроны. Ну хотя, блин, он стоит прям по дороге в этот Гока Фалс. А Гока Фалс я тоже, по-моему, был. А, да, я там искал алмаз, нашел, вернее, алмаз. Поэтому что-то такое знакомое прям моему слуху название. Так, а может быть мы вот заедем как-то сюда и попробуем со снайперской винтовки перещелкать этот блокпост, чтобы он нам не мешал. Так, где он там? Эй, а что у нас тут? Типа... Почему моргает? Я же брал там запись шакала. Я не брал здесь запись шакала, вы прикалываетесь? Да, видимо, какой-то баг, видите, запись не проигрывается. О, кстати сказать, есть патроны на эту херовину. Да, странный баг. Я брал здесь запись шакала, я точно помню об этом. Где этот сраный лагерь, а? Зайдем-ка мы от Седова. Так, тачка едет. Вот этого не надо. Он типа разворачивается, что ли? Фига себе, я там устроил геноцид местного народа. Эх, патрошки бы не сгорели. Так, ну вроде всех тогда я, получается, здесь положил. Ебаный велосипед испугал. Водичка нам не нужна. А вот патроны мы возьмем. Так, и Гока Фалс у нас прямо за углом. Я думаю, да, пойдем туда пешком. Попробуем по стелсу. Я не помню, кстати сказать, вот этот глава СНС приказывает нам убить главу ОФОТа, получается, правильно?
Может ли быть поиначе, я точно не помню. Наверное, я выполнял как-то задание СНС больше, чем задание ОФОТ, и поэтому вот так вот фишка у меня легла. А может быть, даже и нет. Что там за херня такая? Ну, типа снайперская позиция. И что-то мне подсказывает, что это одна из последних миссий на этой карте. Ну, на этой части карты, вернее. Для тех, кто не в курсе, здесь две части карты. То есть карта, помимо того, что она вот представлена вот в таком виде, южнее еще такая же площадь, получается, существует. Существует. Так, мы тем временем подходим. Что тут у нас получается, единственная тропка туда ведет? В эти водопады Гокка. Хотя он нам говорил, что можно проплыть было по воде, но ладно. По суше как-то привычнее. Так, вот здесь уже надо быть осторожнее. Какое солнышко красивое. Это вы, мы смотрим где-то на верхотуре прям, да? Прям высоко забрались. Вон там алмаз мы брали. Ну да. Есть пулемет, но нет пулеметчика. Что это было? Давай-ка проверим. Давай-ка не будете вы проверять. Блин, если бы я слышал, что они там говорят. Ну, тут сзади, главное, они нас не обойдут. Убери от меня этот пистолет, не видно ни хрена. Ну как там? Я смотрю, смотрю. Идеально. Смотри, смотри, забегали. Да не может быть. Я бы тоже не поверил. Так, а наша цель в этом здоровом здании находится. Косой. Иди, ё. Оля, они сзади обошли. О, суки, а. Давай, давай, лечись. Красавец. Да, вот что, стелсы, кстати, не очень хорошо. На, вот тебе гранату, козел.
что стелси... Ох, он здесь уже. Суки, а завалили. Что в стелсе хорошо, это сам стелс, а что в стелсе плохо, это то, что иногда возможно, что противника за спину приходится заводить. Давай, давай, идите к раненым. Не, вообще фишка классная, смотри. Да подожди ты. Подожди, тебе говорят, блядь. Смотри, раненого тащит, да? Вообще подлый я человек, слушай. Ой. Ай-яй. Смотри. Попал в него. Как умудрился, вообще не пойму. Я еще немножко туплю, у меня новая клавиатура, новая мышка, поэтому. Еще пальцы не попадают туда, куда надо. Здравствуйте, я к вам. Сейчас приду. Походу он сейчас будет со мной договариваться, типа, ну давай, типа, договоримся, ты меня не убивай. Я дам тебе множество денег всяких разных. Здравствуйте. Саймон, что происходит? Саймон, я что, Саймон, что ли? Денег? Ну да. Верни ящик стола. Так, смотри, я сейчас отвернусь, чтоб ты не того этого. Козёла, я так и знал. Верхний ящик стола, типа да-да-да. Какого стола? Вот этого стола, что ты слышал? Нет? Ну я тебя убью! Если пойдут сюда, я готов. Хера себе! Не надо, пацаны, вы чё? Сзади кто-то. Короче, мне писец, надо валить. Писец жесткие, пацаны. Короче, мне надо либо сидеть. Неудачно как-то получилось. Сука, он еще туда, смотри. Подстреливает мне. Отсюда мы ничего не сделаем. А кишки, говорит, вывалились. Что там, блин? Думаю, там всего один человек. Ага, страшно, суки. Патронов-то нету. Походу я в него не попал. Через окно не свалить.
Хватит стоять, так надо. Я завалил его, нет, не знаю. Я убью тебя! Я убью тебя! Такое чувство, как будто парень был за меня, нет? Да где этот пулемет-то сраный? Где они? Там, вон там где-то. Дерьмо. Say hello to my little penis. Вот тупая привычка перезаряжаться. Тебе, падла, спокойно не живется еще, да? Это мое. С самого начала знал, что это мое. Снайпер, да? Так, а снайперская винтовка моя осталась еще здесь у вас? Так, подожди, у меня... А у меня и снайперская осталась. А на что я поменял? А, я понял. Ладно, я согласен. Косой мудак. Что у него, кстати, за пушка? А, пукалка. Такое себе. Так, вот здесь, наверное, можно выйти к реке. Как много птичков прикольных. Но в них, наверное, не попасть. Миссия завершена. Это Рубен Луагем. Нужна лист из бара. Так. Положение изменилось. И мне кажется, это касается нас обоих. Нужно поговорить. Встретимся на лесосеке на окраине города. Там достаточно уединенное место. Ну, на лесосеке, так на лесосеке. Где это, кстати, сказать? Да ты шутишь, в другом конце сраного города. Ладно, доберемся туда тоже на автобусе, я думаю. Так, а до автобуса мы как будем добираться? А, слушай, здесь можно уже пешком. Чё-то темнеет, что ли? Все-таки да, когда попадаешь в такое окружение, блин, снайперская винтовка не спасает реально. О, целенькая. Не отстану же, ну.
Прорвемся, может быть? Вон он, сучонок, смотри. Вроде не попал. Погнали, погнали. Блять, она уже поломалась. Сука, заклинила. Вот ты козел, а. Погнали отсюда. Так, подожди, подожди, какой форт? Нам не надо в форт. Так, я думаю, может нам переночевать? Халабуди. Залезать раны, потом уже все остальное. А то так-то темнеет уже. Так, ну давай до 6 утра, как обычно. Так, ну теперь на свежую голову можно дальше уже думать. Чё, куда и где. Солнышко только-только поднимается. Надеюсь, мы на дороге не встретим никаких. Ага, сейчас прям, блядь. Сейчас я тебе помогу. Полежи-ка. С позараночку они уже тут как здесь, смотри. Я-то думал, раньше всех стал. Не, я ни хрена. Так, и нам надо в палу, да, получается? Ну да, рядом с палой. Рядом с палой это нам сюда. И далее к бару Майка. Ну да, где-то там за баром Майк у нас есть лесосек. А, лесосека, слушай, это же... Лумбер чего-то там. То есть поворот не к бару, а налево, доезжая его. Так, вот бар Майка. Ну хотя он... А, ну да, это все в одной стороне, по-моему, находится.
поэтому мы не промажем. Так, здесь нам налево. Здесь, по сути, тоже враги должны быть. Но не знаю сейчас, как квест себя поведет. Если у нас здесь встреча с Рубаном, тогда, значит, врагов как бы быть и не должно. Но мы поостережемся. Туман еще такой неприятный. Его находится у нас где-то прямо в центральной кибитухе. Вроде тихо. Прямо вот в этой кибитухе находится. Тут, если что, есть тачка. Спасибо, что пришел. Извини за ужасные условия. Я не мог придумать более безопасного места. Говорят, Куасси послал тебя к водопадам Гока, чтобы убить доктора Гакумбу. Так. Значит, это правда. СНС начал крупное наступление на севере. И поговаривают, что их первая цель — ты. Тебе повезло, что ты еще жив. Они все еще ищут тебя, да и других иностранцев. Вас всех объявили шпионами. Не знаю, дошла ли уже до тебя эта новость. Солдаты направляются к бару Майка. Они собираются поставить всех твоих друзей к стенке и перестрелять одного с другим. Вот это хорошая информация. Так, надо спешить тогда к бару Майка. А здесь что у тебя? Ни хрена нету, хотя такое прикольное, да, помещение. Он типа анимацию сделал для того, чтобы он открыл. А, тут еще можно задание взять. Деревенских они тоже забирают. Сейчас войска прочесывают палуб. Скоро они доберутся до церкви отца Малии, и тогда они перебьют всех, кого там найдут. В этом может быть уверен. Знаешь, ты мог бы им помочь. Не всем, для этого слишком мало времени. Но ты можешь отправиться или к Майку, или к церкви. Думаю, тебе придется выбирать. Мне нужно уезжать. Машина уже в пути. Меня отвезут на юг, в Масатэ-Силау. Там я буду в безопасности. Хотя бы на время. Так, ну я для себя решил, что я поеду в бар к Майку. Блин, жесткий выбор, да, смотри. Джозеф Эндромена ждет, когда я приеду в бар у Майка. Или встретиться с отцом Малии в городской церкви. И Пьер, это СНС, начинает расправляться со всеми своими противниками, в том числе наемниками и инакомыслящими из гражданских. Я слышал, что готовятся крупномасштабные атаки на бар Майка и на церковь в Пале. Да, дуем, короче, в бар. Где там наш пулемет? Сейчас мы им покажем. Этим черномазым обезьянам. Ну, я имею в виду СНС, конечно же. Не всех подряд. А, блядь, как тут выехать у вас? Из вашей говнокумбы. Да, блядь, я опять застрял что-то. Так, не пролететь бы нам поворот. А вот и я приехал.
Бля, с того пулемета можно вообще попасть, кого-нибудь убить? Слушай, вроде все. Машина моя бабахнула. Молодец, нашел нас. Как у вас они тут? Они ударили без предупреждения. Мы еле успели всех укрыть внутри. Держите все вместе. Давай, подопрем дверь холодильником. Давай. Живыми нам не выйти, это точно. Я думаю, они ждали случая прикончить нас. Теперь всем скопом. Во, крутая миссия, слушай. Да твою мать! Хули вы тут ныкаетесь? Согласен, надо перевязаться. Суки, больно же. Пипец, грохнули. Они, походу, и всех грохнули, да, там, кто был внутри? И смотри, так и должно быть, походу. Куда идти-то? Что происходит? Ты не двигайся. Не двигаюсь. Все чисто, держим периметр. Думал, тебя нет.
нет в живых. Ты в порядке? Ты кто такой? Это буря, чертов ужас. На севере положение очень тяжелое. Нужно понять, как реагировать. Кости целы, пулевых нет. Хочешь выбраться отсюда, да? Подгоним грузовик, используешь его как укрытие, но не за бесплатно. Возвращайся в Лебоа и убей Куасси. Мужик общается с солдатами, стоя в кузове грузовика, на виду, во весь рост. Когда утихнет буря, сможешь отправиться на юг. Мы будем на перекрестке. Пока, приятель. Мы закончили. Собираемся. Пит, поедешь со мной. Расскажу по дороге. Просто какой-то пипец. Нас на ноги опять поднял шакал. Ну, в общем-то, он, походу, нас и спас. А чё у меня нет ни оружия, ни хрена? Даже хрена нет у меня. А, я думаю, что так аптечка высоко, а кажется, я сидел. Подожди, там кто-то стоял? Показалось. Есть пистолет. И есть автомат. И реально есть миномет. Так, что там надо сделать-то? Убить Проспера Куасси и предотвратить объединение его войск. Солдаты Уфот бегут с севера и перегруппируются под командованием Вурхиса. Ух ты, Джейсон Вурхис. Он опасен. Он хочет, чтобы я прервал торжество Афот и стереть ухмылку с лица Куасси. Потом я встречусь с Вурхисом и с Афепейн на юге. Что такое у вас? Имена-то жесткие. Так, это у нас где? Ну, в принципе, недалеко. Давайте попробуем убить эту тварь. Больше здесь ничего нету. Пистолет, автомат и на четверочку миномет. Как им действовать-то этим минометом? Я совсем забыл. Как-то еще меняются эти снаряды у него. Так, и теперь боевой, да, типа? А, это совсем близко. Ладно, разберемся потом. Здесь мы, кстати, тоже уже бывали, находили алмазы. Так, как туда можно как-нибудь по бездорожью, можешь проехать? Все равно там где-то два... этих самых. Блокпоста. Давайте попробуем блокпосты снять как раз таки минометом. Я не помню, как там менять боевые патроны на вот эти вот. Типа, которые маркируют цель. Жалко, кстати, у нас нет снайперской винтовки, чтобы оценить расстояние. Так, вот, допустим, мы здесь. Лагерь где-то на пересечении дорог. Пересечение дорог где-то аж вон там, да? Ну, примерно, да.
А этот лагерь... А, вон он, смотри. Можно, короче, туда и туда побабахать. А, последний патрон у меня остался. Бахнем вот так на всю длину. Или не последний. Короче, я мало чего понимаю. По-моему, если у нас последний патрон остался, то он будет маркировочный. Совсем забыл, как управляться с этим минометом. Да и никогда я его, честно сказать, не любил. Поближе, да, будет? Блять, он поломался. Ёбаный миномет. Я же говорю, ненавижу его. Сказал, меня направляют на черту склад ГСМ. Есть места и похуже. Да там, блин, кругом баки с топливом. Хочешь тушить среди них пожар? Надо мне с кем-то поменяться. Пока. Так, вроде у нас глушителя все равно нету, да? Да, не тот ты взял. Так, это вроде медицинский, да, был? Но медицина нам вроде как не нужна. Ну, погнали дальше. Недалеко, правда, осталось, поэтому есть весь все шансы завалить эту тварь. Да, смотри, прям за холмом. Вот жалко, что снайперской винтовки нету. Че это он заткнулся? Да ладно, они что, меня увидели? А, снайпера бьют хорошо.
вот это жестко со всех стволов прям в меня одного. Так, можешь мне их немножко поджарить, а? Там патрон, надо до них добраться. А, это он и был, смотри. Контрольный. Так, миссия обновлена. Отправляйтесь на встречу с Вурхисом и Сафа Пейн. Это опять, наверное, там же, да? Ну да. Так, нужна тачка. Я даже было грешным делом подумал, что не справлюсь с Калашниковым. Ну, имею в своем распоряжении только Калашников. Так, это у нас что? Ничего, можно проезжать. Блин, интересно, что там все-таки в пале случилось? Наверное, всех перебили просто тупо. Ладно. Любопытные варвары на базаре в рот надавали. Так что едем туда, куда надо. Проходим, как говорится, не задерживаем. Длинная, да, миссия, согласитесь. Здесь, кстати, показывают, что у нас на карте 4 алмаза. Потому что, в общем-то, 2 из них мы нашли, получается, на прошлой карте. И сейчас мы можем найти еще 2 на будущей карте. То есть, ну, уже которая, получается, нынешняя. Да, блядь, я застрял. Я отсюда да вышел, нет? Ну, вроде да. Ну да, вот лежаночка наша.
Так, что там по заданию? Отправляйтесь на встречу. А, мы еще не встретились. О, тут где-то, говорят, есть алмаз. Ну, прямо здесь. Блять, как его взять-то? Вот отсюда, что ли, запрыгнуть? Так, получается, где-то еще есть один алмаз. Я надеюсь, что он будет где-нибудь по дороге. Но если что, потом сюда можно будет вернуться. Потому что на этой карте я... О, я, твою мать. Да, блин, какая карта? Не ожидал. На этой карте я не собираюсь делать серии про поиски алмазов. Так, соберу их за картой и... В общем-то, чтобы не затягивать процесс прохождения... Так, ну-ка куда-нибудь сюда, к ЖД-полотну поближе. Во, во, во. Как я и думал, где-то здесь есть алмаз. Прямо здесь валяется. Чисто по наитию нашел, я даже карту не смотрел еще, вот эту новую. Они, кстати, как-то называются... И что первое, то что и вторая. Так, ну и получается, на этой маленькой карте все четыре алмаза были найдены. Прошлые не отмечаются, потому что, видимо, мы уже не сможем вернуться на ту карту. Да, любопытно было бы, что... Что там случилось в пале. Так, а на этой карте уже 8 алмазов у нас. Так, ну что ж, слушайте, ребят. Нам надо будет встретиться с этими пацанами. Но я думаю, что мы сделаем это уже в следующей серии. Поскольку эта уже серия затянулась там на больше часа, по-моему. Просто я хотел пройти вот эту миссию. Она как бы является одной миссией. С такой протяженностью. Но, видимо, пройдем ее... в следующей серии, так что подписывайтесь на канал обязательно, ставьте большой палец вверх, комментируйте и бейте в колокол. Всем счастливо, всем пока.